Всем привет! Сегодня 26 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Провожаем последние зимние деньки интересными и увлекательными событиями. Начинаем! Не для меня цветут сады, в долине роща зацветает. Государственный ансамбль «Песни и пляски. Казачья воля» в Казани. Сегодня у вас есть возможность прикоснуться к миру подлинной донской казачьей культуры, услышать потрясающие лирические песни и старинные романсы, увидеть зарисовки казачьей жизни, воплощенные в зажигательных танцах и шуточных миниатюрах. Лондонский международный анимационный фестиваль «ЛИАФ-2018» – это одно из крупнейших международных анимационных событий с десятилетней историей. Впервые в Казани будут показаны лучшие фильмы, демонстрирующие ведущие тенденции в мире анимации. Смелые провокации, эксперименты в разных жанрах и техниках, работы участников «ЛИАФ-2018» не дадут заскучать даже искушенным киноманам. Не пропустите эти великолепные события. Но это не все. Советую сегодня вечером посетить еще пару интересных мест. Группа «Найти выход» на казанской сцене. Кирилл Лермонтов посетит Казань, чтобы дать большой концерт для своей любимой публики. В программе презентация нового альбома, а также старые, добрые, но до сих пор актуальные треки, без которых не обходится ни один концерт. Необычная семейная история. Сюжет пьесы до наивности прост. Молодые муж и жена подозревают друг друга в измене. Причиной раздора стали рога, подброшенные кем-то в окно их квартиры. Эта необычная семейная история с оттенком эксцентрики и сюра может произойти в любой семье. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи!